правительственная телеграмма. Высшее правительственное, город Санкт-Петербург, улица 1 Красноармейская, дом 1. От имени правительства Российской Федерации искренне рад приветствовать организаторов, участников и гостей недели науки, традиционно проводимой в Эйнмехе и посвященной в этом году 110-летию со дня рождения выдающегося организатора оборонной промышленности СССР Дмитрия Федоровича Устинова. Неделя науки является уникальной площадкой для взаимодействия представителей науки и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Участников и гостей ждет насыщенная программа, научно-практические конференции, семинары, круглые столы, где состоятся обсуждения вопросов взаимодействия органов власти предприятий оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли, образовательных и научных организаций. Уверен, что участники мероприятий внесут свой достойный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Желаю вам плодотворной и конструктивной работы, интересных дискуссий и всего наилучшего. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Борисов.